Привет! Рисую с детства, но серьезно увлеклась последние 4-5 лет. Я также занимаюсь фотографией, кулинарией, много работаю с детьми, и мне нравится учить детей видеть цвет, передавать его на холст, фантазировать. Участие в конкурсе – это стимул для развития достижения мастерства. Сейчас я представляю картину «Reflection» – отражение и размышления. О чем мечтает новобрачная перед зеркалом, что ее ожидает? Рисуйте и будьте счастливы!